В Бирюлевском районе сотрудники дорожно-патрульной службы полиции остановили грузовой автомобиль, при осмотре которого было обнаружено 10 мешков с разделанными тушами лося стоимостью около 240 тысяч рублей. Поскольку при себе у водителя не было разрешительной документации на добычу дикого животного, он был задержан до выяснения всех обстоятельств. Кроме того, при осмотре автомобиля полицейскими обнаружено и изъято фрагменты животного, бензопила, топор со следами крови, а также транспортное средство. 52-летний мужчина пояснил, что приобрел товар на автодороге у неизвестных ему ранее граждан всего за 20 тысяч рублей. По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено в лесном массиве место предполагаемого забоя лосей, а также было изъято две шкуры и еще 11 мешков с частями незаконно добытого животного. Общий вес изъятых и направленных на исследование частей животных составил около 450 килограмм. По результатам экспертизы будет установлена окончательная сумма ущерба, причиненного животному миру. Расследование уголовного дела продолжается.